В Ульяновске открылся центр психологической помощи в период пандемии. Коронавирус создает проблему за проблемой. Одна из нововыявленных – боязнь заразиться и заразить. Причем она возникает как у еще не болевших, так и у тех, кто уже переболел. У людей появляется чувство тревоги за себя и своих близких. И случай следующий. Сама переболела ковидом недавно, выписалась, но контактировала со своими близкими, с дочерью и с внучкой. И очень сильно боится. И испытывает огромное чувство, может быть, вины, а в том числе какой-то, ну, может быть, даже стыда. Прям про свои чувства они говорят. Вот прям испытываю вину. Не дай бог передала инфекцию своим близким. Подобные чувства и мысли могут довести до депрессии, психологического расстройства и прочих проблем со здоровьем. Психологам удается выводить людей из этого состояния. Хотя в режиме телефонного общения это сделать трудно, ведь специалист не видит позы говорящего, не видит его выражения лица и вынужден ориентироваться только на голос. Несмотря на сложность задачи, Сергей Морозов попробовал себя в роли психолога-консультанта. Я в порядке такого проверки, я не герматор. Я приеду посмотреть, как коллеги мои работают, и я могу вот, если мне хватит моих компетенций, с вами поговорить. Да, это я. Разговор у главы региона с пациентом получился. Губернатору удалось успокоить женщину и сразу же убрать ее страхи. Как говорят психологи, в день со всей области поступает около 10 звонков. Каждый разговор длится в среднем 40 минут. Линия работает с 8 утра и до 20 часов вечера. По признанию специалистов, работа пропускать чужую боль через себя достаточно трудна, но они владеют методами саморегуляции, поэтому выполнять ее могут. 6 специалистов. У нас на сегодняшний день работают. Есть возможность. На сегодняшний день 3 специалиста одновременно могут вести прием. Если возникнет, они работают посменно. Если возникнет необходимость, то мы будем увеличивать количество до 6 одновременно прием звонков и так далее. Все будет зависеть от того, как будет количество звонков. Позвонить и поговорить каждый может по телефону 22 99 40. Опытные психологи окажут помощь независимо от вашего возраста и проблемы. Центр работает на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Исток». Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.